Остыл, пацан? Взгляд такой грозный. Ты что, с самого начала играл со мной? Этот меч, он ограждал наш мир от мира демонов. Нельзя, чтоб такая мощная штука болталась где не надо, а? Ей место в семье. Он нужен мне. Ну, забирай. А теперь, когда ты подостыл, давай топ. Эй! Зовут-то тебя как? Неро. Ты Данте, да? Хорошее имя. Твое тоже. Этот видок тебе идет. Все мужики мои. Ты уверен, что его стоит отпустить? Да, думаю, он выдержит. Конечно, это не мое дело, но все может кончиться печально. Ну, если пацан лжанец, мне придется его отшлепать.